Утро доброе. Весь утро Карачаево-Черкесия с вами. Что приготовила нам погода, мы узнаем чуть позже, но сейчас время новостей. Оригинальные мотивы и классические театральные приемы, которые стоит посмотреть всем, кто неравнодушен к отличной музыке и ярким сюжетам. Мюзикл «Алиса в стране чудес» по мотивам сказочной повести Льюиса Кэрролла был представлен зрителям Карачаево-Черкесии, которые смогли оценить авторские замыслы режиссера-постановщика. Среди них была и Фатима Даурова. Мы пришли посмотреть мюзикл «Алиса в стране чудес». Нам вообще нравится представление, которое здесь показывают. Все время уходим в восторге и думаем, что сегодня тоже получим удовольствие. Потому что и произведение само нравится, оно вообще чудесное, конечно. Но надеемся, что эмоции от мюзикла тоже будут такие же. Прежде чем окунуться в атмосферу мюзикла, зрителям, среди которых были Ольга Каргинова и ее сын Захар, представилась возможность освежить память о знаменитой книге Льюиса Кэрролла, которая была представлена на выставочном стенде у входа в зал. Ведь многое в этой сказке совсем не то, что кажется. Музыкальный спектакль для семейного просмотра окунул зрителей в удивительный мир Зазеркалья, где все перевернуто вверх дном, а философские вопросы смежаются с неожиданными поворотами знакомого сюжета и приключениями Алисы. Представление ориентировано не только для маленьких зрителей, но и для тех, кто читал Кэрролла еще в детстве. Это сказка о взрослении, о том, как маленькая девочка вдруг осознает, что она ответственна в своей жизни за свою жизнь сама. Она должна регулировать свою жизнь и отвечать за каждый поступок, который совершает. И этот вопрос взросления очень важен. И он, на самом деле, важен для взрослых людей, потому что, несмотря на то, что мы взрослые, мы выросли, иногда мы чувствуем себя там биение какого-то мальчика, маленького мальчика, маленькой девочки. Это заставляет нас вести несколько иначе, чем повел бы себя взрослый человек. Вот мы хотели об этом поставить сказку. Мелодии сопровождают зрителя во время всего путешествия Алисы в страну Зазеркалья. В постановке органично сочетаются первоклассная актерская игра, яркая хореография, профессиональный вокал артистов, государственной филармонии и уникальный набор костюмов. Я герцогиня, я дама, высшего света, король и королева, слушают мои советы, не потерплю, чтобы мне кто-то возражал. Я требую, чтоб каждый меня уважал. Я герцогиня. Я писал музыку, писал конкретные песни, которые вы сегодня услышите, и стихи конкретно под каждого актера. И мы работали в той тональности, которая удобна актеру. Я бы хотел отметить, что очень важно. Мне кажется, что каждый актер поет сам. Как знаете, иногда в некоторых мюзиклах дублирует какой-то профессиональный певец человека, если вдруг мы говорим о больших сценах мира, то здесь, на большой яркой сцене «Черкесск», все поют сами своими голосами. Это наша гордость. В мою сторону, я надеюсь, что все-таки меня увидят с другой стороны. Дети в основном любят белого кролика, а тут он откроется немножко с другой стороны. И они поймут, что на самом деле это не такой хороший персонаж, каким он кажется. И открыть для них реальную историю. Авторский ход режиссера подключить к действию постановки маленьких зрителей имел бесспорный успех. Дети живо откликнулись на предлагаемый артистами живой контакт с залом. Поющие костюмированные герои сразу же захватили внимание малышей и продержали интерес до конца представления. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абадинском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключение расскажу, какой будет погода. Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы, в том числе при грозе, 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. Черкесский кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы, в том числе при грозе, 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.